Сирии коалиция создаст силы безопасности границы. Новая военная структура оппозиционных сил расположится на границах с Ираном и Турцией. Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой ИК намерена создать в Сирии силы безопасности границы. Боевое подразделение будет насчитывать 30 тысяч человек, сообщила в субботу, 13 января, издание The Defense Post. Коалиция сотрудничает с сирийскими демократическими силами, СДС, курдско-арабским формированием, получающим поддержку от США. Целью является создание и обучение сил безопасности границы в Сирии. В настоящее время подготовку в первом наборе проходит около 230 человек, но в конечном итоге мы намерены создать подразделение из 30 тысяч бойцов, заявил представитель пресс-службы коалиции Томас Вилл. Военные из будущего формирования будут находиться на границе Ирака и Турции, а также вдоль долины реки Евфрат. Планы коалиции по созданию сил безопасности границы вызвали резкую критику в Анкаре. Высокопоставленный сотрудник правительства Турции заявил на запрос агентства Reuters, что подготовка боевого подразделения силами США послужила причиной тому, что поверенный в делах США Филипп Каснет 12 января был вызван в турецкий МИД. Власти Турции опасаются усиления курдов. Ранее в Вашингтоне, несмотря на призывы Турции, заявили, что пока они продолжат снабжать оружием курдов, воюющих против террористов, группировки «Исламское государство» ИК в Сирии. Источник. Русская служба DW. По материалам сайта newsgro.com.